Что вас скоро порадует? Давайте посмотрим на картах Таро, какой будет поток, что они хотят нам рассказать, что хотят передать, что же вас скоро порадует. Давайте посмотрим. Так, ну какая-то тут интересная ситуация. Такое впечатление, что вам кто-то нож в спину засунул, да? И вы сейчас в каком-то таком небольших таких расстроенных чувствах. То есть пока вы не понимаете, не видите, что происходит, не знаете, куда двигаться, как будто вы сейчас в обороне в какой-то, да? Да, пытаетесь найти решение какого-то волнующего вас вопроса однозначно. Но не переживайте, денежка к вам придет однозначно, все ваши проблемы будут по солнцу решены, то есть у вас наконец это все закончится плохое, да, и вам, девочки, нужно будет сделать какой-то выбор. И более того, начать двигаться, к чему двигаемся? Ну, двигаемся, конечно, в туз кубков, это прекрасно, то есть открывать свое сердечко нужно, что действительно в вашей жизни какой-то большой этап закончился, начинается абсолютно новый. Опять у нас идет тема выбора, все мы никак выбрать не можем. Я думаю, что тут связано непосредственно с темой отношений, но там, девочки, там все прекрасно, смотрите, и туз кубковый, и туз жезловый, то есть у вас огня хватит, энергии хватит, сил хватит, ну еще один, на этом будем заканчивать, еще один туз. То есть у вас сейчас состояние, когда да, было что-то нехорошее, было что-то плохое, но вы с этого выходите, то есть какой-то большой этап в вашей жизни действительно заканчивается, да, и теперь начинается что-то новое, прекрасное. То есть готовьтесь к тому, что в вашей жизни будут очень и очень положительные, хорошие перемены. Все, я вас обнимаю. Давайте, пока-пока.